Всем привет и добро пожаловать на Balkan TV Кострома. Мы находимся в гостиничном комплексе «Волга». И сегодня в гостях у нас Столбов. Точнее, три из ста. Что вы нам сыграете? Мы сыграем песню под названием «Ты полюбила». «Ты полюбила». Слушаем. Чего не доставала, жаловали, тихо спала. Ты смесила и не ждала, на лавке пила. Запила, навела на берег, на который плыла. И на учебу не ходила, как мудила ула. А мы умеем так технично поджигать корабли и лаконично бросим фразу, чтобы все огребли. Ведь если есть в кармане евро, не помогут рубли. Ничего меня не штырит, кроме е-е. Что же тебя задело? Или же засосало? Любила ты я, милая, ты полюбила дебила, а милая, ты била ты я. Ты подмигнула мне за дело и за тело взяла. Я подруг на друга тела отделила. Своих бойфрендов в модных брендах ты отбрила. И в это лето два билета ты выкупила. Тебя корили и ругали, все твои хахали. А мы с тобой отдыхали, просто хали-гали. Я не знаю, мы бузили, хулиганили ли. Но и глухих соседей мы достали. Что же тебя задело? Или же засало? Любила дебила, а милая, дебил это я. Милая, ты полюбила дебила, а милая, дебил это я. Кто-то собирает лайки, кто-то перепосты. А мы не будем это делать, мы же слишком простые. Вместо дебри инстаграма нам хватает 100 грамм. Нам это больше нравится, чем сильно первую играть. Но на левые приколы никогда не велись. А если умные чего-то нам наяривали, мы убегали и смеялись, диалоги плели. Перевели мы параллельно, параллельно гули. Что же тебя задело? Или же засосало? Браво, 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 браво. Автобиографичная песня, нет? Ну, песни все автобиографичные. Все о любви и все о разуме, о вере, о надежде. Ну, о вечном. Замечательно. И где люди могут познакомиться с творчеством поближе? То есть, где могут найти вас в сети? Ну, контакт, конечно же. Это группа vk.com/100lbovf. Добро пожаловать. Всем будем очень рады. Я напоминаю, это Balkan TV Кострома и Столбов. Подписывайтесь, ждите наши новые выпуски. А мы благодарим студию Алексея Матюхина и студию Epic Arts за поддержку. Спасибо.